Действие фильма происходит в 1956 году. Главный герой Эннио — редактор газеты итальянской коммунистической партии «Унита». А в Италии были коммунисты? Разве не все они жили в России? Терпение мне! Начали! Мы создаем здесь то, что называется магией кино. Я вложил все средства в ваш фильм. На кону вся моя жизнь. Да ладно. Главное не менять сложившийся годами порядок вещей, иначе все пойдет наперекосяк. Как могла твоя мать пойти продюсировать фильм другого режиссера? Все идет не по графику, и мне это не нравится. Нам обязательно знакомиться с родителями ее парня. Мы не будем ждать вашего сына. У меня нет детей. Наш брак трещит по швам. Джованни особенно раздражителен, когда начинает снимать очередной фильм. Стоп! Это же не любовная сцена. В этой сцене вы говорите о политике. Но вы сказали, что это фильм о любви. Мотор! Нет, простите, вы понимаете, что сцена в таком виде оскорбляет сам язык кинематографа? Я давно собираюсь его бросить, но не могу. Момент всегда неподходящий. С нами согласился встретиться Netflix. Ч-ч. Это кто? Наши фильмы смотрят в 190 странах. 190 странах. В 190. Но есть одна проблема. В фильме нет элемента скандальности. Хайп. Какого же... Музыка! Джованни, ты не можешь делать все в одиночку. Я звоню Мартину Скорсезе. О, нет. Думаю, это зашло слишком далеко. Нашего продюсера арестовывают? Снимайте без меня. История не знает сослагательного наклонения. Это кто такой умный? Вам нужен хайп? Я устрою вам хайп. Великая магия. В кино с 21 декабря.